для сохранения здоровья вас и ваших близких. Просим оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Соблюдайте личную гигиену. Убирайте и проветривайте помещение. При первых признаках недомогания вызывайте врача. За нарушение режима самоизоляции предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Для сохранения здоровья вас и ваших близких. Просим оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Соблюдайте личную гигиену. Убирайте и проветривайте помещение. При первых признаках недомогания вызывайте врача. За нарушение режима самоизоляции предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.